ООН приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжарик. «Мы очень благодарны российским властям за то, что они сделали», — отметил он. Генсек ООН Антонио Гутерреш вздохнул с облегчением в связи с информацией о достижении договоренности. «Мы выражаем надежду на то, что эта договоренность положит конец страданиям гражданского населения. Мы сделаем все, что сможем с нашей стороны для того, чтобы поддержать стороны в исполнении этих соглашений».